У нас в целом проблема со свободой слова. У нас в целом проблема с ответственностью за использование этого слова. У нас в целом проблема, что все СМИ занимают ту или иную позицию и начинают очень часто очернять людей, которые занимают другую позицию. Это касается федеральных телеканалов, которые льют грязь на оппозицию. Это касается оппозиционных изданий, которые льют грязь на представителей власти. Я считаю, всегда считал и считаю, что критиковать надо позицию, критиковать надо точку зрения, и надо аргументированно ее критиковать. И надо сказать, что конкретная статья «Московского комсомольца», она была вполне аргументированной. И вот эти вот претензии, но я понимаю, что правда глаза колет, и очень плохо, что это переходит в уголовную плоскость, но я надеюсь, что это дело, тем не менее, будет разъяснено к взаимному удовольствию всех сторон.